слышу в голове крики и стоны. Они не прекращаются снова и снова. Стихнут ли они во мне со временем? Хочу, чтобы они стихли, мама. Нужны твои советы, мама. Я спрашиваю тебя, мама, не важно, сколько раз. Я, наверное, чокнутый смотрюсь. Это так, мама? Я не смеюсь, не дай бог, забеременею. Мне нужны ответы, мама! Успокой меня, лишь твое утешение. Необходимо принять мне решение. Я на распутье, чувство гнетущее. Твой совет определит будущее мое. Не дай бог делать аборт. Нужны твои советы, мама. Я спрашиваю тебя, мама. Не важно, сколько раз. Я, наверное, чокнутый ему смотрю. Это так, мама? Я не смеюсь. А! Я спрашиваю тебя, мама. Не важно, сколько раз. А! Не важно, сколько раз. Я, наверное, чокнутым смотрюсь, мама. Это так, мама? Слышу в голове крики и стоны. Ау! Они не прекращаются. Снова и снова. Нужны твои советы, мама. Я спрашиваю тебя, мама. Не важно, сколько раз. Я не смеюсь.